Ну что ж, друзья, я сейчас уже приехал в Киев, и что я хочу сказать по поводу Болгарии. Вот я приезжаю в Киев, и мне нравится больше всего. Почему? Потому что тут, ну, местами есть убитые, конечно, дороги, но во многих местах реальные, реально отличные дороги, красиво. Ну, предприниматели очень четко делают сервис экстерьеру. Вот мы проходили тут Novus, да, допустим, тот же. Ты заходишь в Novus и понимаешь, что там цена будет Novus'а, да, а не то, что ты зайдешь в Novus или в Болгарию, да, там в какой-то магазин, заходишь в Болгарию, в магазин там 4 лева что-то стоит, проходишь 2 метра, там 2 лева стоит, а в итоге оно вообще по себестоимости 1 лев, и тебя могут в 4 раза, ну, обмануть, понимаете? Тут ты заходишь, это Сельпо, вот, Novus, Сельпо, километры от вокзала тут, ну, 3 Макдональдса. Реально, 3 Макдональдса. 3 Макдональдса, 2 KFC. Ну, то есть ты можешь выбирать. Сразу же тут Сельпо, Novus, рестораны, там, Мама Манана. Ну, то есть все есть, ну, получается, под рукой. На расстоянии вытянутой руки, грубо говоря. Вот. Индиго тот же клуб. Ну, и смотрите. Говорят, у нас плохие дороги. Я показывал вам, какие состояния, в каком состоянии или какое состояние дорог в Болгарии. Ну, у нас реально плиточка, она четенько уложена, классно. Ну, блин. Че жаловаться? Асфальт вот. Район Южного вокзала, отличнейший асфальт. Без ям, без, блин, дыр, с разметкой, все как положено. Светофоры работают. Ну, пешеходные переходы, все, ну, ничем не уступает Европе. Вот, Ультрамарин, Баттерфляй, классный кинотеатр. Ну, дом вот этот вот, реально он четко, смотрите. Тут номер дома подсвечивается ночью. Ну, блин, где еще такое может быть? Вот. А вы знаете, что у нас не как в Европе. У нас лучше, чем в Европе. Ты приезжаешь город и видишь, что тут реально классно. Ну, то есть единственное, что тут плохое, ну, это люди. Люди, которые портят состояние, портят мнение о городе, портят впечатление. Вот. Ну, там алкоголиков много, там людей, которые просто буйные, неадекватные, агрессивные, негативные. Вот, их много. А так вообще город это чудесный. Ну, реально, смотрите, вот. Я просто чемодан качу одним пальчиком, потому что тут ровная дорога.